разделяю все те акценты, которые были расставлены с точки зрения возможности города Новочебоксарска. Вы знаете, мы сейчас очень серьезно работаем над созданием здесь преференциальной зоны. Очень много мы фиксируем все больше и больше нарастающий интерес со стороны инвесторов по реализации инвестиционных проектов в тех или иных направлениях в городе Новочебоксарске. И это говорит о том, что мы буквально за короткое время можем запустить в городе Новочебоксарске новый инвестиционный цикл, который, конечно же, с одной стороны, даст возможность использовать те инфраструктурные возможности, которые на сегодняшний день не задействованы, потому что мы с вами видим достаточно много пустующих производственных площадок. Ну и, конечно же, как только мы запустим этот процесс, у нас появится возможность реализовать и другие, не менее амбициозные планы по социально-культурному обустройству города Новочебоксарска. И здесь тоже есть над чем работать. Вот если беглый анализ рынка показывает, что у нас в городе Новочебоксарске достаточно скудное предложение по площадям нежилого характера, то есть для того, чтобы организовать и бизнес-процессы тех или иных направлений, ну и, конечно же, вопросы офисных помещений. Мне кажется, требует очень сильной активизации не просто обустройства дворовых территорий и создания комфортной среды, но и создания площадок досуга, прежде всего для молодежи. Это не говорит о том, что это кафе, рестораны, это именно досуга, которые основаны на творческом подходе и раскрытии потенциала молодежи. Ну и, конечно же, учет интересов молодежи, это касается как сферы спорта, культуры, ну и других интересов, которые на сегодняшний день испытывает молодое подрастающее поколение. И если вот таким образом будет проведена работа по инвентаризации и переналадке планов, то, конечно же, как я уже выше сказал, мы очень за короткий промежуток времени сможем реализовать все эти потенциальные возможности и достичь ощутимых результатов буквально за считанные годы. Поэтому еще раз, уважаемые друзья, я говорю вам спасибо за ту проделанную работу и выражаю уверенность, что мы с вами на этом закончим череду смены сети менеджеров или главы администрации города Новочебоксарска. И мне кажется, это очень важно. И все то, что было мною выше сказано, это как раз направлено на то, чтобы мы с вами наладили работу, работали с интересом, содержательно, нацелены на результаты, и тогда, конечно же, вот это явление смены глав, оно, конечно же, уйдет в небытие. Спасибо большое за совместную работу.